Железногорские театры представят свои постановки на краевом конкурсе. В четверг в Красноярске стартует традиционный фестиваль «Театральная весна». На суд жюри вынесут свои спектакли 14 театров из Норильска, Минусинска, Ачинска, Лесосибирска, Шарыпово. В фестивальную неделю на театральных площадках зрителям покажут 21 постановку – премьеры прошлого года. Железногорск в списке конкурсантов представлен двумя спектаклями – классической опереттой и инновационной сказкой. Городской театр оперетты покажет критикам музыкальное руководство по завоеванию мужчин «Синяя борода». Режиссер Антон Лободаев привнес в старую историю свое видение. В центре постановки не сам коварный обольститель с синей бородой, а его жены. Действие спектакля перенесено ближе к нашему времени и смеются здесь над другими вещами. Современной оперой, поп-музыкой, отношениями между людьми. Еще один участник фестиваля из Железногорска – театр кукол «Золотой ключик». Коллектив представит сказку о трех медведях на новый лад. Спектакль ставил режиссер из Санкт-Петербурга. В хорошо знакомую сказку Льва Толстого Дмитрий Сарвин добавил мультипликацию, ростовых кукол и воспитательный подтекст. Жюри фестиваля, профессиональные российские критики и специалисты Министерства культуры края оценят постановки сразу по нескольким критериям. Актерскому мастерству, режиссуре, музыкальному оформлению, работе художников и костюмеров. Театральная весна продлится до 27 марта. В Международный день театра на церемонии закрытия фестиваля лучшим постановкам сезона вручат хрустальные маски.